Друзья, привет! С вами я, Надо и Нужное. В этом году просто столько много интересных событий происходило в моей творческой жизни. Я делилась в этом году, в позапрошлом, всеми своими наработками с вами. Я писала песни, я выкладывала посты. Я надеюсь, что все-таки вам нравится моя музыка, и вы будете непременно ее слушать. Я очень и очень на это рассчитываю. Мало того, ребята, по поводу песен. Все песни, которые я сочиняю, естественно, все это хранится в моих библиотеках. Все это я буду сохранять обязательно до момента моего первого творческого концерта. Ребят, где он будет, я не знаю. В какой стране мира я его буду производить, я тоже не знаю. Возможно, это будет Ереван, Армения, так как я с этого начала и начну уже, продолжу свою карьеру именно там же. Может быть, это какое-то другое место. Я не знаю. Но сейчас пока еще я набираю материал для того, чтобы дальше с вами им делиться. Я хотела бы, чтобы вы обязательно услышали меня и поделились своими мыслями и сказали бы мне, насколько вам нравится мое творчество, насколько вам близки мои песни, насколько вам близка моя музыка. Я вас очень-очень прошу, делитесь своими пожеланиями. Может быть, вам понравится моя музыка немножко в другом стиле. Нравится ли вам мой стиль исполнения этих песен? В общем, я жду от вас результаты.